Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor X7, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел приложения. Здесь мы выбираем раздел приложения, далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и нажимаем «Сбросить настройки», после чего нажимаем «Сброс», и таким образом настройки приложений будут сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.